Спасибо большое, Леон, спасибо. Спасибо большое. Для души оцените вокал. Так, душевную музыку слушаем. Круто вока. Интервалы вот эти, квинты всякие пустые. Люблю такие штуки. И эффект пространства. То есть реверб прям очень тоже классно подобран, гармонично по длине и звучанию. Атмосфера крутая создана. Там, да, еще есть. Жесть, круто звучит очень. Бросил группу после второго альбома. Но у него довольно такие прям вот тягомутные песенки на любителя очень редкого. Обложка не в кассу. Да почему? Видимо, в психоделических своих корнях все равно напоминание оставляет. Да и психоделичность немножко есть в этом. Ну, по сути, сольный альбом, да, чувака? Ну, может, ему сольная неохота больше было делать, просто с группой начал делать, хз. Может быть, не знаю... Я бы сделал альбом как-нибудь сам, понял, что мне впадло, и в следующий раз бы делал с группой. Да, ведь типа с Acid Bath'ом что-то выходило еще потом. А, нет, что ли? Да ладно, ни хрена не было. Отстой.
Dead Boy, Elephant Man какие-то. Is Hell When I'm Lucky. Потом EP, потом альбом. Не, а потом сольные альбомы просто начал делать. Что-то такое. Released in 2008 as a solo Dax Riggs album. То есть, короче, получается, просто он, типа... Сольные альбомы — это, по сути, продолжение этого. Потому что это практически и есть его сольные альбомы. Так что он еще все делал. Нормально все, не знаю. Ну, что-то, короче, там путаница, но... Ну, мне эта песня не так, чтобы супер сильно зашла, если честно. Так что мне пока посрать.